Сэм, ты помнишь, как родился? Лично я помню, как была в утробе. Я была не одна. Я слышала, как бьется сердце матери. И лопнет тоже. Мы были сиамскими близнецами. Единым целым, еще до рождения. Но потом нас попытались разделить. Операция прошла успешно. Но мы остались едины. Мы слышали мысли друг друга без слов. Моя радость была ее радостью. Ее боль моей болью. И расстояние между нами не имело значения. Кто-то назовет это телепатией. Разделенные телесно, единые духом. Малингин, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не... Можешь ничего не говорить. Локни, подчини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? Я буду любить. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой.
Она через такое прошла. Я не представляла. Я думала, она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Я починила Кьюпид, как она просила. Теперь лимитер должен работать как положено. Но есть один момент. Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Ну, не целиком переписал. Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малинген наконец снова встретились. Может, виновных далеко искать не надо? Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери. Она, конечно, все это знала. Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Она пошла на это, чтобы защитить меня и нашу дочь. Сестра, я тебя слышу. Мы снова вместе. Едины. Как до этого в утробе, помнишь? Малинген. Локни. Так, Сэм, хочу тебе еще кое-что сообщить. Мы изучили данные за тот период, когда ты встретил тех солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но языки, названия и термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали, все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад, во время Первой мировой. Это был не сон и не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Не со стыковки времени. Возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют. Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов? Сэм, мы высоко...
Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Лу? Не это ищешь? Сюрприз. Фрэджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Не бойся, я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок – настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. К тебе, сэр. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ — прибор, а не человек. Мост-то, дитя — нет. Так в чем проблема-то? Этот прибор — орудие. Превращается в живое существо. Оно растет. Мозговая активность повышается. Накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Не вижу в этом ничего плохого. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно. Через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту. Которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это точно поможет? Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай.
Говорю тебе, все очень просто. Жмешь сброс и перезагружаешь. Вот почему я эти штуки ненавижу. Сэм. Я и так уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Здесь нас никто не подслушает. Мы наедине. Тут нет ни микрофонов, ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Дай Хардман не должен об этом узнать. Ты понял? Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ. Официально их приостановили власти. После выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась. По прямому указанию президента Стрэнд. Бриджит? ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дай Хардман? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да. Извини. Все данные за тот период засекречены по высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет лишь директор. Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране, я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Будь осторожен, Сэм. Они следят. Ну, Сэм, ты парень, что надо, спору нет. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ починил, ладно? О, нет. Чинить придется тебе. Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки. Когда будешь готов. Thank you.
Дедман говорит, что твой ББ неисправен. Придется приостановить выполнение основной задачи, пока мы не разберемся. Только он совместим с Думом. И чем дальше на запад, тем больше будет тварей. Кстати, Амелия сообщила о смоляном поясе рядом с крайним узлом. Огромный регион, где полно тварей, которых предположительно вызвал Хиггс. Мы, конечно, хотим, чтобы ты побыстрее вытащил ее оттуда. Но без ББ у тебя нет никаких шансов. Поэтому твоя главная задача — помочь Дедману восстановить функции ББ. Так как он здесь, то вы могли бы обсудить это лично. Сэм, я сейчас немного занят. Если не возражаешь, остановимся на голограммах. Во-первых, хочу, чтобы ты подключил нескольких выживальщиков, чтобы повысить концентрацию Хирали. Это нужно для усиления связи между ББ-28 и его некроматией. Затем, как я уже объяснял, нам нужно исправить настройку ББ. Чтобы ускорить процесс, нам в буквальном смысле нужно создать дистанцию между вами. Его оставить здесь, а тебя отослать. Если все сработает, твой ББ начнет функционировать нормально. К счастью, этот план поможет добиться и других целей. Мы же все равно хотим включить этот регион в хиральную сеть. Так что налаживай отношения с выживальщиками, доставляя грузы, и убеждай их присоединиться к нам. Построить себе дом в этих горах нелегко, но многие все равно решили попробовать. Там повсюду найдешь убежище. У нас от них целый список заказов, ожидающих обработки. Напомни, ты имеешь дело с людьми, которые сами решили там жить. Люди, которые ценят частную жизнь. Даже не думай, что с ними будет легко подружиться. Тебе придется постепенно завоевывать их доверие. И еще, Сэм, какое-то время ты будешь работать без ББ. Это значительно осложнит тебе обнаружение тварей. Так что смотри в оба, следи, не появится ли что-то необычное, и по возможности держись подальше от дождя. Забираю транспорт. Отойдите. Транспорт готов. Заказ назначен. Готов.
Счастливого. Сэм, слышишь? Локни? Ага. Вызываю тебя по выделенной линии Бриджес. Меня попросили заменить сестру и поддержать тебя. Мы снова вместе, едины. Отныне навсегда. Мы общаемся, так что я очень быстро войду в курс дела. Так ты снова с Бриджес? Дело не в этом. Совсем. Проблема в том, что хочет она. Что хотим мы. И почему бы нам не помочь тебе? Ты же нам помог. Теперь мы все связаны. Сэм, это слишком близко к имеющейся постройке. Если хочешь возвести новую, выйди за пределы сенсорного кольца. Thank you.
Строительство завершено. Доставляю груз. О, ты добрался. Не царапины, я смотрю. Насчет хиральной сети обращаться вроде к тебе? Это правда, что я получу доступ к вашим схемам и так далее? Я хочу выложить результаты моих исследований. Пусть люди читают и учатся, как училась я на их работах. И я хочу примкнуть к UCA. Славно, славно. Выходит, мы теперь связаны, Сэм. Я бы рада показать тебе дом, но тут такой беспорядок. Вижу, что ты подключил к сети еще одно убежище. Отлично. Уровни хиралия повышаются, и это хорошо. А насчет ББ-28? Радуйся, операция прошла успешно.
Других серьезных процедур не потребуется. Это еще не конец, но, кажется, можно сказать, что худшее уже позади. Нам лишь остается расширять сеть, следить за изменениями концентрации хирали и вносить поправки, если нужно. Лекарства должны помочь. Так держать, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Мы за тебя боимся. Оружие разрешено. Сэм, выживальщик не разрешит тебе ничего строить на своей земле. Выйди за кольцо. Это граница его собственности. Это же активный контур, созданный робототехником для тебя? Сильно пригодится на горных перевалах. Да и вообще на любой паршивой дороге.
Линия Fragile Express проверена. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз. Доставка. Отлично. Великолепно. Похоже, все в идеальном состоянии. Спросить тебя кое-что. Ты поможешь мне вступить в USA? Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит, дело того стоит. Спасибо тебе. Пусть я уже не так молод, но мне есть что предложить. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь смело забирать. Твои грузы спасли многих. И ты ведь знаешь, чем меньше будет трупов, тем меньше появится тварей. А это значит, что мы спасаем еще больше людей. Послушай, как бы ни было тяжело, не сдавайся. Очень тебя прошу. Спасибо, Сэм. Кажется, ББ-28 начинает выздоравливать. Как мы и надеялись, его сродство с иным миром усиливается. Конвульсии и спазмы прекратились. Я знаю, что тебе тяжело без ББ, но ты должен продолжать бороться. Совсем как малыш. Как и ББ-28. Сэм, заказ от нового клиента. Загляни в терминал горного узла, все подробности там. Вроде кому-то нужны лекарства. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните.